Гюльшан, уложи Мустафу, ему пора спать. Не буду спать, пока папа и Ибрагим не придут. Мустафа, не кричи, голова болит. Гюльшан, ты слышала? Идем, Паша. Я приказываю, оставь меня. Конечно, Паша, слушаюсь, господин. О, с приездом. Мустафа совсем большой. А может вам помочь? Нет. Поставь на место. Разобьешь. Наложниц не надо сюда прислать. Они помогут одежду разложить. Не нужно. Нехорошо сидеть здесь одной. Этой ночью готовится большой праздник. Музыка, танцы. Весело будет. Гюльфем, кто приказ отдал? Валиде Султан, само собой. А вы этого не знали? Девушки! Сейчас же уберите все это. Не можете двигаться побыстрее? Держи, скорее. С вашего позволения я пойду. Желаю хорошо отдохнуть. Твоя комната получилась красивой. Что с тобой, Махидевран? Оставьте нас наедине. Итак, я слушаю. Сегодня мой повелитель развлекается. Мы с ним давно не виделись. Мой сын решает, что ему делать. Ты мать наследника. Единственная избранная жена. Сотни соперниц желают занять твое место. Ты не должна плакать, как маленькая. Не то тебе не ужиться здесь. А сейчас немедленно соберись и отправляйся к себе в покой, как жена султана. Простите за то, что вас побеспокоило. Меня не беспокоят такие пустяки. Выспись хорошенько и не теряй уверенности.